Отлично. Варлоки. Варлоки, орки. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Хочу цемку. Может быть, луну, дровку. Не знаю, что сейчас решим. Что у нас тут? Ничего собрать нельзя. Сколько у нас конфет? 120 конфет, Софа? Ну ты миллионер. Развелось у тебя конфет. Так, ну я хочу цемку. И не знаю, что. Ну пусть луна будет. Может дровка, может луна. Ой, какой тяжелый выбор. Хм. 3 голды. Плюс 1. 4. Луна. Рано. Ну да. Я не могу. Если у меня вот прям забито. Все, мне ничего не помогает. Ну так я вот покупаю эти средства, которые... Есть масляные средства, мне они вообще не помогают. Есть там какие-то прочищалки для носа, тоже не понимаю. А вот обычные средства, которые сосудосуживающие, прям вот для меня придуманы. Мне причем надо, я не знаю, вот даже сегодня у меня кончился флакончик вот этого говна. Я там кое-как наскреб, по-моему, там даже не брызнуло. Он просто показалось, что брызнуло, и то уже прям стало легче. А, тебя вообще не работают они. Не, ну игра с кнопками мне сейчас должно принести с одного прям этого и макаку с варлоком. Я думаю, это так работает. Ну, конечно, зашел поиграть с кнопки. Игра такая, набери все, у тебя это карт-бланш. У тебя золотая платиновая карта, там, не знаю, что такое. Виза по всему миру. Что это происходит? Так что лучше по температуре пару дней, чем неделю буду мучиться с соплями. Понял, принял. Имеет место быть. Но не знаю, я беру с собой платочек. И не парюсь. Вообще мне все эти даже мипари не очень нужны. Но может потом хп из лобби убивать пригодятся. ВД никакие не нужны, да? О! Что скажешь, игра? Что ты мне можешь сказать? Эмираны, мипа, бла-бла-бла. Акс собираем. Ей так сильно нужно воина поставить. Марс, что ли, ставит? Как Марс поставить? Вот это понадобит. Марс надо ставить. А, иди давай. Ты там Марс тоже что-то придумай. Вообще слабый стол. Хочу взять Мирану. И Штвенгата 2. Или игра скажет, не надо ранних лек, ты и так справишься. Но хочется же красиво. Красиво. С меккой там, со всеми пирогами. Миранка пришла. Ну, от собаки тут и надо избавляться. Все равно он нам ничего не принесет, чекайте. Лоры не рекомендуют капать нос, только в крайних случаях. Фендауровье, я понимаю. Но в случае, когда мой нос перестает дышать, я себя чувствую плохо, каждый раз мне кажется, что он крайний. Ну, допустим, я тебе дам шанс. Допустим.
Допустим, я тебе дам шанс. Допустим, так, да? Ладно, с Мекой. А здесь воины, звери с козой. А я с Мекой. Акс, у тебя тут чувак умер. Ты Мека прожать не хочешь? Нет. Вот теперь прожал. Молодец. А как убивать планируем? Я понимаю, что у тебя Мека, да, там. Проблем особенно в жизни нет. Ладно, говно надо отпускать. Мека это хороший предмет, но не панацея. Все игры она не вытащит. Да и тут у тебя стол говна. Значит, ничего тебя не спасет. Игра, давай варлока. Варлок или макак? И все. Даже гирокоптеров не прошу. Давайте все буду так собить, а эти так рядом постоят. Посмотрят, подумают. А Марс там, да, пока зарядится, пока сообразит. Че я хочу взять? Я бы Гримстрока взял. Может, Ханта взять. Надо в хумов выходить точно. А я со своим столом тут особенно не котируюсь, да? Но ребята кнопки нажимают, в отличие от меня. Хотя, какие кнопки нажимать? Нет кнопки, которые нажимать. Меку нажали. Вот все наши кнопки. Усы! Марс, тычку. А ну какую тут тычку? Сейчас все нас рассалатят. Два клокверка. Тут на надботы все вообще. Все есть. Пусть будет так. Панда, будешь шарать? Сейчас тут запается, я тебя выкину. Ну хочет с нами, да, чуть постоять. Орка у нас все равно нет, да? Ну давай. А как тогда что-то выставить? Или не надо ничего вставлять. Хочется купить орка, но не хочется тратить денег, потому что цемок отдавать не надо. Енотам и их предводителю категорическое привет. Ауф, здорово, Аминофис. Он достаточно сильный, да, чтобы забить на... Что там происходит? Неплохо было бы какого-то оракла поставить. Какие все сильные, а? Стою с Т2 пандой, с кучей воинов. Орки какие-то собираются у меня ханты. И ничего. Ой, все в нуле голды. Не, не все. Кстати, в десятку вышел, мое уважение. С двумя грейдами вышел в десятку. Неплохо, неплохо. Венечки. Вообще лобби-то страшное. Лобби-то страшное. Давайте тоже такими чуть-чуть шороху испуганно ведем. Ай. Ладно, гирокоптеров у нас тут не будет. Мехов, видимо, тоже. Я готов купить... Тони, если повезет так. Наверное, так. Плюс орки. Сколько нам дают плюс орки? Два орка. 200 хп. 200, 400, 600, 800, 1000. 1000 хп на стол. Неплохо. ЭТК, пример, наркотический эффект, свой адреналин внутри носа представляет, вырабатывается, потому что доза в каплях сильно превышает норму, и ты больше не можешь без них жить.
лучше перетерпеть. Кандауров Е. Именно поэтому я покупаю детские капли, в которых доза снижена в 10 раз. Час через орков выходил 6 варлока. Очень понравилось. Да, это работает. Через орка можно выходить. А гоу варов. Я не знаю, игра что дает, то и берем. Я тут вообще просто стою, чилю. Антаев не прочь поставить. Или прочь. Орка Хантер с Пандареном выход в левел. Шляпа какая-то. С кем мы будем драться? Ну там тоже такие столы. А, смотрю, аватарка, стол какой-то у этого ВЗВЗ. Сильный. Угу. Ясно, понятно. Ближайший грейд, но я так хочу это отпустить. И, пожалуй, тоника. Нужна уже хотя бы десяточка, да, там сидят в двадцаточке почти. А мехов нет, ничего нет. Панда, ты будешь что-то приносить? Действительно, это шо за лошок с сильным столом? Стол у меня не сильный, у меня в столе вообще ничего нету. У меня стол состоит из мекки. Из жира и мекки. Надо придумать какой-то дэмэдж. Кстати, дэмэджем... Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что придет. Тасик, собака, хумы и поехали. О, неплохой вариант. Тасик, собака, хумы и поехали. Потом уберем, да, каких-то марсов. Он уже перестает быть актуальным скоро. Ладно, это я здорово придумал. Можно игру еще спросить, какие у нее планы. Игра, какие у тебя планы на игру? Я не знаю, что брать, то есть предметы, которые меня не апают, и брать их не стоит. Поехали. Да, поехали, понаехали. Никто не выходит шестой. А значит, нам нафига морочиться? Вот и я тоже не придумал. Зато в эко выйдем, да? Похоже на то. Тапок бери. А зачем я... Ну, вообще тапок под арканы правильно. Просто берем тапок и плевать нам на все, да? Давайте, чатик. Надевай тапок и поехали. Кстати, ничего разутый сижу. Надевай, один башмак есть. А-та-ра-та-ра-там. Сколько я раундов стою с этим панда хреном? О! Очнулся. Ну давай, нашли лава. Прикиньте, раздуплился. Там, та-та-ра-та-ра-та-ра-там. Биз, давай там поживешь где-то сзади. Тогда терч нам нужен. Сомнительно. Хумы бы нужны, но не буду подбирать легионку. Я скорее выйду в эко за терча. Я не очень сильный, конечно, против Т2 ракуна я не боец. Оставляет ли террорблейда? У
Я тоже хочу то два ракуна. Это же еще и зверь. Минус орки плюс зверя. Почему нет? А там, да, попозже какой-нибудь джаггер придумаем. Я предметы эти из акция. Ой, короче. Это, этим века выйти. Такое. Меня бьют, все бьют. Все сильные, я нет. Это два ракуна. Еще виспом лежит на скамейке. Ты серьезно? Прикиньте. Это два ракуна, висп на скамейке. Это почти-то три ракуна. Чемпион. 5-10. 5-10. Че с пристами новых найдем? Ой, с хумами. Найдем. Далековато у меня хумы, ни собаки, ничего нет. Сейчас смотрите, Лин с котлом приходит. И я такой, где моя шемочка? Нет ее. Ну тогда вот эти не пролезут. Они могут что-то принести. Аля, кто пришел? Вон так посидим. Ну, вдруг. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Сколько зверей стоит? Зверей, богов, что-нибудь там подкинь. Ну, богов уж ладно, не надо. Зверей можно. Можно орков подкинуть. Вот орка какого-нибудь, глафорка за 5 голды. Насытнее. И все, мне больше ничего не надо. Дальше я как-нибудь сам справлюсь. Бля, они какие все сильные. Лина там, посмотрите, под богами раздает. Лина, не надо мне столько раздавать, я столько не унесу. Т2 Лина. О, денежка. 46. Так. Я думаю, мы это как-нибудь уж изи дерпнем. Ну как-нибудь уж совсем изи дерпнем. Кунка. Канка. Канка! Канка мне нравится. На каком шестевой не постоять, я готов. А где моя ХП? Вот тут, да? 75% хп. Да, душное лобби. Я, правда, стою с говном каким-то. Ну, сейчас подумаем. Если этот парень 2 апнется, вообще кайфно. Чин мэн. Нам, конечно, не он нужен был. Ну что ж. Она же бустер. Земелья. Как раз левел ап, да, на третьего. Ну давай, третий. У меня тут, короче, еще джаггер байт, да, его взять с собой. Кого не выставил? Земелью? И у меня все шмотки в Аксе. Это должно быть в Марсе. Ну, ладно. В Аксе так в Аксе. А сколько у меня воинов? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик гулять. Бул закончился. Может, можно вернуться к шашечкам. Ну что, как там? Отфутболили. 6. Ай, жалко все. Виспам кого-то реализовать. Дизрич-то в пулю. Дизрич? Зачем дизрич? Зарядился, енота выпустил. Вообще, вот это ошибка, наверное. Енот. Кунка был бы сильнее.
О! Ну вот видите, не зря старались. Не зря старались. Вообще план другой, но... Коль шпрёт. У меня чуть другой был план на игру, но раз эти ребята заходят, добро пожаловать. Так, давайте сейчас один собирается сам, второй... Второго что-нибудь придумаем. Хочу покричать, никто не хочет? Я сейчас сам кричать начну. Вы что, охренели? Ой, на мой взгляд, они подохренели, потому что уже надо было что-то взять собрать. Я могу усилить вот этого парня, да, там какого-то сларка, это темпларка в пулем. Ладно. Пока хватит. С кем мы не будем играть? Турановский? Нет, Туренов. Турановский. Или шаман взять. Да нафига мне этот шаман? А нафига тогда вот этого парня держу? Просто в этого дать. И все, и сильный. Ищи на ворот. И что, какие войды пошли? А это не войды, это просто... Вот крысюк. Не дают побеждать в игре. Пойдет. Так, чтобы виспа долго не держать, надо его куда-то израсходовать. А дальше что, какой план? Может, все-таки шаман? Уж слишком все хорошо идет. А под шаман что банить? Акира? У меня вообще Акир как бы бан хорош. Ой, я не знаю. Этот лишний уже давно на орках я бы постоял. 4 орка. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Ни хрена себе, это что такое случилось? SF Storm Spirit. А я не один такой крутой, тут стоят на магах. Ну, ладно. Ну ладно, стоят. Вот, например, мне Марс уже не нравится, да, Тасика поставить, кажется, веселее. А там что? Там что-нибудь придумаем. Реально, иди впитывай. Ребят, принесите мне макаку. Д3 Эмбера с 6 варлоками. Я не прочь. Кинов надо, пангольера, какие-то четверки, короче. А что мне забанить? Агров. Нет, агров нельзя. Наг. Дизмис, наги. Наги мне не нужны, тайдов пули нету. Отличный план. Че, кого-нибудь забанил и успокоил? Сларк я тоже не хочу. Ух. На душе легче стало. Yes, а тоже нужно сидеть, думать, что жапнуть, что же сделать. Ох, блин. Прекрасно.
Там что-нибудь апнем. Тебе что дать? Че, все эти предметы стоило бы тебе отдать, дружище? Ну, держи пока просто вот это. И Меку, и все прочее, все тебе. Только БФ не забудь собрать. Ну и я, да плевать на БФ. Там соберется. Ну не знаю, дают ли мне что-то орки. Восьмые уже уровни. Какие все молодцы, энигмы. На хумах стоят. Книжечки копят. Роллы копят. Что бы я так играл, а? Два. Мне что-то эти орки так не нравятся, да, дальше тащить их самой не хочу, пойду в левел. Держи, друг. Чтобы не скучал, на тебе. Ой, дали ему дум и все такое, и ой, прям неприятно. Не люблю, когда над моим персонажем так измываются. Это самый сильный, да, у нас Регги, стрик, которым никто не сбивал. Ладно, учли. Тесты больше урона наносят парами панды? Нет. Там урон зависит от просто дэмэджа этого юнита и все. Никакого там больше сакрального смысла не прячется. Это мне не нужно, я же 103 его не погоню, просто это бабки на перспективу. Я не уверен даже, что вот это со мной все останется. Нет, это останется, это останется, это останется. А, считаем слоты. 6, 7, 8, 9, блин. Мне вроде этот парень не нужен. Ну ладно. Давайте просто смотреть, не нужно, не нужен. О, кстати, воин сильный. Ой, какой сильный воин. Погодите, это шестивоин. Я просто это не пробиваю. Кайф. 17 урона. Лобби даже в этом нужно стоять на престах. Давай к тебя, друг, продадим. Не хочу стоять на шаманах ни на каких. Звери, воина. Так, кушать, кушать. Здорово, опу, я тут. Я тоже тут. Ладно, не успел выставить, хорошо. Это что, еще раз бог? Кораблем от функи в Рубике. Один рубик. Ну ладно. Так, тут все предметы в линии. Она может больно ударить вот это. Вы там вроде подхилились, но Лина больно ушибает. Если нажмешь. Еще раз нажмешь, перезарядка же есть. Да давай, жми, не стесняйся. Покушать, кушать. Я тут софочки накачаю. Поиграл, если пропустил предыдущую катку. Чумовая катка. Ты чё? А я кого-то, может, скипнул? Мне надо что-то закрыть, да? Закрыли, хорошо. Вот это хочу ли? Ладно, кунку не хочу. Пойдет.
А зачем я Кунг? Третья война сейчас закрывает. А как я могу избавиться от него? Никак. Вот этого парня хочется взять. Чего избавиться? Реально избавляться вот от этого? Или считать это мусором? Но если три соберется хорошо, если нет, то нет. Блин, разрешение опять большое, да? Пока что уж сегодня Twitch не дал качество. Так, так. Ну я сижу фанюсь, этот, сопочки накачаю. Конфетки и зарабатываю. Но предыдущая катка была огонь. Я бы даже сказал... Просто пожар. Хорошо, голда. Вообще кунку можно было выкинуть, да? Что тебе дать, зарядку или нет? Че, наверное, дать зарядку. Держи. А тут какому-нибудь кунки. Тихо-тихо. Вот эту кунки одна. А там придумаем. Сейчас роллы макаки пойду. Да я в курсе, 189. Я по эко мне главное было выставиться. Мне нужны роллы уже девятки. Ой, какая сильная Мирана. Ничего нового, да, ничего нового. Какие все сильные. 16-2 винос. Куда я попал? Well, Enchanted, I'm sure. Раз, два, три. Ну ладно. Я боюсь, что я в десятый такими темпами не выйду, я слабоват. Может, от этого отказываться уже дерьма. А то меня сейчас расфигарят. Надо варлока находить. Крестов либо поставить. Вот смотрите, что со мной делают. Паскудники. Не захотел это дерьмо заходить, значит, оно мне не надо. Шаг один. Уебать, шаг два. Левелапнуть. Шаг три, 89. Классика, да. И варлок из четырех забить на кунку. Enchanted, I'm sure. Да, в общем-то, не очень-то и хотелось, да? Кто лишний? Собака. Собака и так была лишней, сразу было видно. Вот так вот возьму, покрутим левел, кресты нужны. Вот это, кстати, нам больно делал. Там Энигмы, все пироги. Зевса у нас в пуле нету, так что... Я прям чувствовал, да, что проблема случится. Еще так отлететь можно, да, прям сейчас. Квапа у меня лезет, вообще нет.
Надеюсь, с богом я неплохо подерусь. Лег 0. Идти варлок. Ладно, тут можно, да? Даже если проиграть, не страшно. Ой, даже не проиграли. Хорошо. До крипов дожим, там его лапнем. Что-нибудь найдем. А, оставляем пока так. Так, а кто у меня лишь на этом празднике жизни? Ну, по идее, вот эти два молодых человека могу поставить вот этих и закрыть. Если вытаскиваю варлока, то, или энигму любого из них, у меня закрывается автоматически. Нету хусика, я, Ускар есть, значит, остается ВД. Могу убрать эсэфа и поставить вместо эсэфа варлока и энигму. Ну ладно, план есть. У меня крипы закрипели. А что, так можно было? Серьезно? Вот этот стол пробили крипы? Ну ладно. Здорово, тебе надо брать. Enchanted, I'm sure. The honorable Dante Panda at your service. Темпларка это вообще такое дерьмо. Ну темпларка, ладно, не дерьмо. Темпларка не дерьмо берем, это тоже не дерьмо берем. Выставляем вместо пунгальера. Будет хотя бы три сена. Тебя я решил, что не беру в конечном итоге. Да, 6 варлока. Меня пробили. Как больно. Ладно, отбой по мусору. Так, кто лишний сейчас здесь стоит? Визарды лишний. Короче, надо макаку зарядить. Макака, держись. Хусик, это твоя, макаке это не нужно. Мне варлок нужен последний, я ничего не нашел. Это плохо. Хорошо, хоть макаку нашел. У меня два слота дерьмо еще. Макака, давай, отожри его. Отожри его хп. Бери себе. Молодец. Ну все, с остальным справишься. Да не, ну это точно не пойдет. И уже под темпларку слота нет. Нет, есть. Под темпларку, кстати, пока есть. Угу. А если кто-то лишний? Вообще никого лишнего нету. Нужно варлоков как-то найти, поставить. Ну, вот так вот сделаем. Блин, ну нету варлока, и все, и что ты с этим будешь делать? Ничего. Не-не, не трожьте макаку, вы чё? Эй, перестаньте. Макака, давай там, покажи, что так нельзя, молодец. Не надо, не надо, не надо вот так вот. Там хусик еще, да, старайся.
Не-не, ребята, кусик, давай, вайпер там. Да-да-да, молодцы. Макаку купим, хорошо. Просто нужен один варлок, и мы усилимся прям пипец. Тут тоже 6 варлок с Энигмой Т2. А можно Энигма, варлок? Он уже успешно отказался от какого-то дерьма. У, игра, спасибо. Я слышал, что 2 макаки лучше, чем 1. Хотя не уверен, да, есть там маг, против которых Ускар будет лучше. Но я не буду, да, так делать, потому что это опасно сейчас. Вот 6 варлок. 6 варлок на чем? Но он без макаки. Из приятного. В общем-то, сильно расслаблять булки от этого не стоит, потому как там Энигма есть, но у меня нет Энигмы. Ну и в смысле тоже есть, но там-то 2 Энигма, я так стою на мусоре. До 35-го вроде доживаем, похоже на то, макак старается. Кусик старается, одинов кусик, одинов макака. Импларку, если что, готов отдать. Какая тяжелая игра с кнопочки. А я проигрываю. Мне еще нужен варлок вместо СФ и собрать это все в 2, и этого достаточно. 35-й. Давай вот так сделаем. Два темпларка, ну тут син, понятно. Причем, господи, 6 син, который идет 9 сина просто вот так вот. И это тоже работает в этом лобби. Надо брать энерджи бустер. Удачи нам в роллах. Enchanted, I'm sure. Ша-ша-каракас. Так, ну окей. 2 хусика. Это 2 макака, это уже лучше с грифсами. Как раз под мага успели загрифситься. Чё? А я что-то не понял, а где моя макака? Ладно, хорошо, хоть у хусика еще 5000 хп. Ему же не пробьют 5000 хп. Они же не могут пробить 5000 хп. А где моя макака, Ватьмаш? Это маг задефал макаку? 6 маг задефал макаку. Чем он ее пробил? Чем можно было пробить эту макаку? Охренеть. Если бы я не собрал, подождал до следующего раунда, я бы, наверное, тут отлетел. Ой, маг ко мне зашел, мне как мага вышибать, с этим стоять. Надо быстро хусика убивать. Ладно, надо было чуть переставиться, но пойдет. А быстрая зарядка кому нужна? Энигме? Варлок контроль дает.
ВД тролль, да хуй скоросов, он стоит на поле. ВД никуда не денется, я не могу его убирать. Снопли становится очевидно, что мета и сильные страты — это всего лишь выдумки квинов. Походу на то. Шестимаг реально работает, реально дерется. Дожил. Но здесь понятно, это варлок, которого должен был выйти я, но тут пораньше нашел вот эти хорошие леги. Не закрыл. А, тоже почти закрыл макаку и прочее. Но закроет когда-нибудь. Вот так вот давайте. Хусика заапали, это важно. Манки Кинг, Хускар. Хускар Т1, ну там 2 Т1 Хускаря делает дэмэдж, как Манки Кинг. Манки Кинг, не обосрись, пожалуйста. Просто нужно палку дать, все. Одну палку дал, мы победили этого мага на и. Хоть Т3 у него будет, кто там этот, или что распилит, хоть Т4. Бабосики мои. А предметы где мои? Нету. А я с кем дрался? С Чули. Подожди, а как я с ним дрался, и я к нему зашел? Что с подбором игра? Есть Энигма. А какие у меня еще есть апы, помимо... Пандариан. Нежить какую-то поставить. Никса. Ничего не дает. Ну, нежить, в принципе, можно, но это ничего. Орк поставить. Чуть хп на старт, против чего? Не нужно. Вот дизраптор бы какой-то, да. Что мне может заменить дизраптор? Ничего. Вапа. Демонов у меня нет. Манки Кинга этот парень не собрал. Значит, я как минимум не слабее. Две и не много стоит. Еле хусиков. А может, мне показалось, что не слабее. Энигма живет пока. Так, друг, ну и сейвит, сейвит, сейвит Венечка. Все хп Венечку, смотрите. Макака туда-сюда раздает тычки и хилится на всех друзей. 12 900 Энигма. Макака, в Энигмах кончаются хп. Ну-ка поддай. Ла-ла-ла-ла-ла-бамба. Блин, шмотки нужны. Макак много не бывает, запомните это. Особенно, когда челик не может найти в дубликат макаку. И ролит, и ролит, и ролит. Ролит, у него 0 голды, он все равно ролит перед 40-ыми крипами. Энигму соберем, еще макаку поставим, да? Да, че нет-то? Да, че нет. Хусик тут напрягает, правда. Я с сином дерусь, как с сином пофигу, надо поставиться так, чтобы посильнее пробить этого второго макакина. Но син же меня не пробивает никак, поэтому тратить на сина я не хочу силу и энергию. Скорость атаки. Вот этот предмет. Погодите, ответ. Я ролиться буду на следующий раунд. Усик собрал Т2. Almost certainly a sound investment.
Так, макака сильная. Усик, а что я могу с этим еще сделать? Ну, скорость атаки я макаке дал, было бы здорово собрать бабочку. Как у чела анранки, это я, знакомьтесь. Играю на аккаунте нашего любимого модератора. ВЗ, это мы, чатик. Блин, чуть-чуть он не пробиваем это. Ну, если Энигма нужна, пожестче, пожирнее. Денежка, давайте найдем ее. Как минимум тут два Энигму. Появились деньги, паролись. Так, ну и может быть когда-нибудь соберем Monkey King. Щитки надо из него вытаскивать, это мусор. Либо дать дэмэдж какой-то хусику. Изи минус вражеский хусик. И значит сейчас битва пойдет. С макакой будет потом, понятное дело, тяжело драться. Но мне тоже ее как бы пробивать, да, придется. Грифсы. Не, ну Сину тут с нами не воевать. Ясно, понятно. Захотел ливнуть, хоть бы нажал вот эту кнопку лив. Смотреть на эти бесконечные файты теперь. Блин, ну чтобы предотвратить бесконечные файты, нужно собрать Энигму в Т2. Вторую макаку. Энигма в Т2 нужнее даже, да? Варлок может быть. Да. Давай. Варлок хорошо. Куда у него темпларк прыгает? Отсюда сюда? Надо как Чена подсейвить. Ну пусть она сюда прыгает, да? Умывает мне ВД. Как-то плевать. Варлок важно, чтобы скастил, Энигма, чтобы скастила. Этот сейчас вылетит, предметы раздаст, я решу, куда девать Бродсворд. Может, их ускорю. Если плита придет, то Кримсон, хотя ответка хорошо помогает. Блин, вот эти игры без товарища на дизрапторе превращаются в какое-то мракобесие. С дизраптором есть, он быстренько стелит поле, и все хорошо. О, стоп, он задефал. Син задефал его. А как он его задефал? Ну не меня же задеф. Девите Син, и чё? Бред какой-то. Варлыки, 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 фигарлыки. Ну давай так. Две макаки же лучше, чем одна, правильно?
А чен в битве макак мне может не помочь. Стоп, меня пробили? А каким образом меня пробил вылетевший чел? Собрал. Он ничего не собрал. Просто ему заролился. А, он зафокусил, получается, мою макаку с ответкой, в которой были все предметы, и все. Вот это лак. Серьезно? Чудеса. То есть у меня две макаки. Ну, у него энигма, ладно, это два.